Друзья, 6 декабря один из крупнейших телеканалов нефтяного края СТС «Альметьевск» отпраздновал свое 15-летие. 15 лет масштабных мероприятий и акций, 15 лет самых интересных телепроектов, программ и телешоу, 15 лет формирования нового вкуса и целого поколения молодежи Альметьевска. Свой очередной день рождения любимый канал решил отметить с особым размахом и особым смыслом. Благотворительное мероприятие «Сказка в каждый дом» развернулось на самой большой танцевальной площадке города в развлекательном комплексе. Комплексе «Фабрик». 15 лет – самый возраст, мы молоды, но нам есть что вспомнить, ведь в Альметьевске СТС – это больше, чем просто телеканал. Все самое интересное о празднике далее в нашей программе. Всем привет! Мы находимся в развлекательном комплексе «Фабрик» на праздновании дня рождения телеканала СТС «Альметьевск». Нам сегодня 15 лет. Настроение у всех отличное, море позитива. Нас сегодня с вами ожидает очень яркая и интересная программа. Ну что ж, дорогие друзья, идем праздновать, будет очень интересно. 6 декабря первый среди всех развлекательных каналов СТС «Альметьевск» отметил свой день рождения. Поздравить популярного именинника с 15-летием пришли жители города Альметьевск. Одним словом, атмосфера, которая царила в эту ночь, не передать словами. Благотворительное мероприятие под названием «Сказка в каждый дом» прошло на самой большой, уникальной площадке города в развлекательном комплексе «Фабрик», где выдуманная сказка превращается в настоящую реальность. Стоит отметить, что все вырученные средства будут направлены на приобретение новогодних подарков для детей из малообеспеченных семей и детей, оставшихся без родителей, а также на проведение новогодней елки в Акташской коррекционной школе-интернат. Друзья, на фоне красиво оформленной сцены с логотипом телеканала все были в ожидании предстоящего шоу. Программа юбилейного мероприятия была очень насыщенной. Мастер-класс от развлекательного комплекса «Фабрик», где были представлены рецепты вкусных и оригинальных блюд, домашней выпечки и кондитерских изделий. А также можно было полакомиться сладкими вкусными блинчиками. Мастер-класс по декупажу от Альметьевской картина галереи имени Стефановского. Прикоснуться к чуду, увидеть, как рождается акварель, смогли все, кто пришел в этот вечер. Рождественский мастер-класс от студии флористики «Креатив». На выбор были представлены несколько разновидностей свежих живых цветов. Гости ознакомились с искусством флористики, научились разбираться в цветах и комбинировать различные цветовые гаммы. Японский мастер-класс от службы доставки «Инари». Шеф-повара рассказали о правильной технологии приготовления и подачи японских блюд. После этого мастер-класса все были готовы к настоящему кулинарному празднику, который каждый из гостей сможет теперь создать сам. Чайная церемония от Саши «Эксперимент». Гости праздника, можно сказать, погрузились в культуру, историю и атмосферу традиционных чайных церемоний. Все это праздничное приключение, наполненное легендами. Мастер-класс от студии живописи «Небо». Руководитель и основатель студии Евгений Пьянов помог раскрыть творческий потенциал всех гостей праздника, а также открыть в себе настоящего художника, независимо от уровня подготовки. Главное мероприятие под названием «Сказка в каждый дом» было невероятным. Первый развлекательный подарил море позитива и отличного настроения жителям города Альметьевск. Как ваше настроение? Отлично вообще. У нас сегодня праздник, день рождения СТС «Альметьевск», 15 лет. Несколько пожеланий нашим зрителям и всему коллективу. Ну да, чтобы все были здоровы, счастливы, чтобы радостны, как я. Мы хотели бы поздравить СТС с 15-летием, пожелать всего самого наилучшего, пожелать, чтобы этот канал продолжал оставаться интересным для всех возрастов, чтобы он был таким же динамичным, таким же интересным, как было его день рождения сегодня. Чтобы было очень много интересных передач, полезных, развлекательных и так далее. И, конечно, хочется отметить, что вы большие молодцы, что свой день рождения приурочили к сбору средств для благотворительности, для детского дома. За это вам большое спасибо, я думаю, от всех нас. Чтобы все смотрели и радовались этому каналу, и любили. И главное, чтобы было всегда у всех настроение. С днем рождения, СТС! СТС, поздравляю тебя с днем рождения, желаю счастья, здоровья. Я СТС очень сильно люблю, я люблю его смотреть. Я его поздравляю с 15-летием. Ну, я его люблю и желаю всем с наступающим Новым годом. СТС, с днем рождения! Я поздравляю великолепную команду СТС «Альметьевск» с 15-летием. Желаю ей здоровья, удачи, вдохновения. Всяческих побед! Крепкого здоровья и счастья! Я поздравляю всех с наступающим Новым годом, желаю счастья и здоровья! Всего самого наилучшего! Я также хочу поздравить всех с наступающим Новым годом! Я хочу поздравить телеканал СТС с днем рождения! Желаю процветания, желаю
продолжаю всем девчонкам, мальчишкам процветание. Ну и много-много лет отмечать свой день рождения. С праздником! Семейного благополучия, счастья, здоровья. И чтобы в каждый дом все-таки пришла эта сказка. Развивайтесь, растите, будьте еще веселее, будьте еще развлекательнее. И еще раз с днем рождения! Концертная программа была богата на сюрпризы, море развлечений, невероятные подарки и, конечно, настоящие звезды. В этот вечер выступили всеми известная группа Funky People, которые неизменно вызвали восторг, удивление и бурю положительных эмоций у всех. Идеальная пластика и бешеная энергетика – вот, пожалуй, два элемента популярности группы. Эти парни точно знают о танце все и даже больше. Теплый прием публика оказала певица Диляре Умаровой. Аплодировал и пел в едином порыве весь зал. Получилось действительно душевно. Шоу «Мыльных пузырей» из набережных Челнов – это волшебство, которое удивило каждого. Это развлекательное шоу, являющееся жанром циркового искусства. Шоу «Мыльных пузырей» поразило удивительным волшебством, стирающим грань между чудом и реальностью. В рамках мероприятия также был мастер-класс от студии социальных танцев для взрослых «Альма Сальсера», энергичные и влюбленные в жизнь. Профессионалы этого направления с большим опытом, харизмой и любовью к танцам. А также выступление мастер-класс студии восточного танца «Басхира. Город Казань». Шоу-группа под руководством Регины Якуповой – это настоящий праздник. Яркие, необычные костюмы. Особым гостем стал театр «Огня и света Джива. Город Казань». Световое шоу с невероятным погружением в образ и историю представления. Друзья, первая часть концертной программы по случаю дня рождения телеканала «СТС Альметьевск» прошла на одном дыхании. Эффектные номера, знаменитые песни, теплые слова, гармоничный тандем молодых и уже состоявшихся артистов, мастер-классы, ценные подарки и, самое главное, довольный зритель и, конечно, праздничный салют.